Крупное задержание в Аргайше. В лесном массиве удалось поймать черных лесорубов. Арестован и грузовик преступников. ЗИЛ был забит краденным лесом. В захвате бандитов участвовал и наш корреспондент Дарья Шведова. Это с высоты птичьего полета сотрудники службы охраны ищут черных лесорубов. Преступники незаконно спиливают березу. Разведчик на дельтаплане тут же сообщает коллегам координаты нарушителей, и группа немедленно выезжает на задержание. Добрый день. Добрый день. Откуда едем? Из леса. А документики есть на лес? Дома оставил. Рабочие успели сбежать, но поймать удалось водителя грузовика. Задержанный сразу стал оправдываться. Уверяет, его наняли, чтобы вывезти дрова из леса. А почему с тобой документы не берете? Я с вами вообще не хочу это разговаривать. О том, что ни разрешения, ни документов на вырубку у леса нет, он не знал. Но от наказания это не освободит. С собой нет и ничего. И на машину нету документов? И вообще на машину нету. Других черных лесорубов тоже поймают. Лесники уверены, они вернутся. Воровать лес – это криминальный, но прибыльный бизнес. Ну, бывают, бросают машины, убегают. Как бы машина с лесом остается на дороге, все. И за ним приходится или догонять, если поймаем. Кроме того, мы предлагаем еще в наших проектах разработать и установить на вышках сотовой связи камеры видеонаблюдения круглосуточного за пожарной обстановкой.